Всеми ухай! С вами я, Майн, и вы на канале MindGaming. Это новый ролик по Барвихе РП, и это третья часть, между прочим. Будем вот так вот, как бы, да, понимаете, каждый ролик начинает с того, что какая это часть, и потом посмотрим, сколько частей мы ставим миллионерами. Один ролик записывается примерно полчаса, это... Кто тут дерется, я не помню. Это как круто, прикольный телефон. Наконец-таки я зарядил, что первая серия, что вторая с разряженным телефоном была. Сейчас он заряжен. Это максимально круто. Так, короче, ну-ка не лагаем. Не лагаем. Отлично. А, что я хочу сказать? У меня 2860 рублей на балансе в данный момент происходит. Так, хочу, подождите. Надо купить телефон, хочу я начать с этого, а потом опять пойти на шахту работать. Потому что как-то так, мы постоянно появляемся в... Где? А фиг знает, ну это скорее всего больница. Ну чистой злойки, я не знаю. Хотя на вокзал похоже. Но суть не в этом. Вот, из-за того, что у нас нету своего дома, мы постоянно появляемся на безопасной точке спавна, то есть вот как раз таки здесь. Так, GPS, GP, меня сбили, круто. GPS, окей, важные места, прочие семьи, обмануты, в смысле, отмена. Ты дурак? Ой, придурки. Ладно, я знаю, здесь есть магазинчик. А, скутер, аренда скутера, все отлично. Как ехать? А, понял. Я понял, прикольно на скутере мы. А куда ехать, подожди. Хороший вопрос, кстати, куда нам ехать? Одно дело ты Понял. Одно дело ты бегаешь, а другое дело, когда ты врезаешься во что-то. Не понял. Алло, ты что? Это что такое? Ты что-то... Ты чё такой легкий? Подожди. Не то. Это слезть. Это залезть. Это... Не понял. Почему я слазю? Не понял. А если... У вас нет ключей от этого транспорта. В смысле? А, еще раз. Он не дает транспорта, если он все-таки ваш, используйте ЛК или РЛК. Я его арендовал. В смысле? Ну? Ты дурак. Мне нельзя... хорошо. Мне нельзя было с него слезать. РЛК. Вот. Чё за бред? Я в афиге. Подожди, куда мне нужно ехать? Как мне выехать на дорогу? Как мне выехать на трассу прежде всего? Вот так? Отсюда? Мне нужна трасса. Вот я вижу трассу. Как отсюда выехать? Мне нужен выход отсюда. Вот я вижу его. Отлично. Конечно, правда, то, что я езжу по тротуарам, это такое себе, ну ладно. Ну ничего страшного, ничего страшного. Аптеки рекламируют, ну все ясно. Это... Здравствуйте, я не... Алло. Это поворотник. Вол, прикольно, здесь есть поворотники. Да, продолжаем третью часть Барвихи РП. Так, секунду. Мне кажется, это было бы проще сделать пешком, чем на скутере. Аккуратно в поворот. Вот тут, ай, нормально. Где-то здесь магазин должен быть, какие-то там коллавдютеры. Магазин где-то должен быть здесь. Запись идет. Магазин, вот какой-то F1 сервис. Это сервис каких-то компов. Запись идет, отлично. Так, мы слезаем. Мы... Алло. Все. Это магазин? Компьютерная техника какая-то. Я понял, это какой-то скам. Мне нужно обратно вернуться. Еще скажите команду. Ладно, все нормально. Не туда поехал. У нас должно быть обозначение магазина. О, вижу. Отлично. Это как раз-таки магазин покушать, нет? Так, я помню это место. Подожди.
Ю-ю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 -
покушать. Магазин 16. Выйти. А, да, я бомж, я это знаю. А, вот, отлично, это тот самый магазин. Так, а, мобильный телефон. Все, отлично, мобильный телефон купите. Закрыть, отлично. Теперь, ребята, у нас есть мобильный телефон. А, позвонить, в экстренно позвонить, надо отправить сообщение, список, добавить контакт, выключить телефон, закрыть. Все, а, на самом деле, просто телефон, чтобы был. Просто телефон, чтобы был. А почему бы и нет? А, конечно, понятно, что я бомж, но при этом я что, не человек? У меня такой вопрос. А, GPS. Я что, не человек? Почему? Работы. Выбрать. А, шахта. А, да, да, ребят. Выбрать. Сегодня мы тоже работаем на шахте. Мы шахтеры. Это круто, это прикольно. Меня не сбейте, пожалуйста. Я поехал. Меня пытались, походу, сбить. Ну ладно, мы едем. Все отлично, неплохо, хорошо. Мы едем на шахту. Мы едем... А, подожди, я могу срезать! Я не могу срезать, ладно. Хотя сейчас... Тихо. Подожди, сейчас попробуем. А, как мне здесь перепрыгнуть? Ты дурак! Ты что творишь, дядь? Я тут не могу перепрыгнуть. Ой, вот это минус этих... Черт ты поганый, конечно. Зачем ты это сделал? Я уезжаю отсюда. Скотобаза. Ну да, люди такие бывают, которые специально тебя сбивают. Я чё, там, да? Вон там. А, я что-то слышал. Я не хочу рисковать, лучше поеду. Мне нужна дорога. Мне кажется, пешком быстрее было бы. А как? Не-не-не-не! Сорян, не, это не умонтил. А как отсюда выехать? Подожди. Как отсюда... А, подожди, справа дорога. Возобновить. Я понял, справа дорога, сейчас мы вот тут выйдем. Да, отлично. Это парковка, паркинг. Вот дорога, отлично. Хотя это нифига не дорога, она чуть-чуть правее. А, не, все, я понял, я разобрался. Все, сейчас мы тут налево поворачиваем. Главное сделать аккуратно максимально, чтобы не обосраться и не сдохнуть. Вообще, нифига, умонтил. Все, разгон. Мы же с вами как бы... О, у него оранжевый... Не-н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 е
этого чела второй раз видим. Этот чел на Роллс-Ройсе. Здорово, братанчик. Скоро мы будем вместе с тобой. У меня рука чешется. Не понимаю, почему у меня чешется рука? Куда поехал, дурачок? Я играю, кстати, опять с двумя напальчиками, между прочим. Вот, да? Вы сами понимаете? Это хорошо. Это хорошо, когда два напальчика. Это максимальный кайф. Я заговариваюсь, потому что ролики не записывал. Были на то причины. Из-за этой причины пришлось мне отменить стрим в понедельник. Как-то так, сюда. Да-да-да, я помню эти места, я помню эти места. Я здесь был, я здесь ходил, я здесь бродил! Дурак! Ты шо? Капец, вообще водить не умею. Ладно, ладно. Мы потратили всего лишь 400 рублей, надо заработать. Надо заработать намного больше. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально, нормально, нормально. Да! Говорю, тихо-тихо-тихо-тихо, нормально-нормально-нормально-нормально. А нифига. А нифига, как всегда, что-то тогда происходит. Так, аккуратненько. Зачем ты встаешь со скутера? Это опасно. Ты понимаешь, мы без ремня безопасности вообще, без какой-либо защиты едем. Чего? Проезд за секунду света. Здесь у меня напальчик упал. Здесь есть штрафы? Я даже не смотрел. В Next RP такого не было. Я не смотрел ни на штрафы, ни на что. Вы серьезно? А, крикнул лох. Это он мне? Я не понял, дядя. У нас бизнес. У нас бабки, бизнес, тапки. Вот это вот все. А, я понял. Вот тут я реально лох. Не отрицаю. Капец! Ответьте мне на вопрос, пожалуйста, какой скутер? Да... Забей. Я смотрю не туда, понимаете? Какой скутер... кстати, вот тут мы переплывали. Какой скутер будет ехать со скоростью более чем 100 км в час? Скутеры так не ездят. Я понял. Посерединке все едем. Скутеры так не ездят, понимаете? Скутеры так просто физически банально не ездят. Это невозможно.
Это невозможно просто для скутера. Я надеюсь, вам слышны звуки. Подожди, сюда, сюда. Я надеюсь, вам слышны звуки мотоцикла, скутера. Потому что, когда в прошлом ролике, между прочим, не было слышно звуков добычи руды. Вот это было очень странно. Я сам не понял. Так, подожди. Подожди. Карта. Мне сюда, мне надо было по объездной. Хотя сейчас, короче, на проселочную свернем, я думаю, да? Почему бы нет? Сейчас свернем. Сейчас где-нибудь на проселочную дорогу мы свернем, если будет такая возможность. Да? Да, пацаны, я правильно это понимаю? Или нет? Походу нет, ладно. Сколько? 11 минут записи идет, надо торопиться, потому что нам нужно нормально бабок так на шахте заработать. Ну-ка, разгон. На максимум. Капец, 109. Летим 109 километров в час. Здесь поворот. И офигеть. А тут я проеду? А где? Да. Хруш. Нормально. Едем. 50 кадров в секунду, 59, 62. Нормально вообще. Тянем, разгон. Сейчас мы... Это какая-то стройка. Она нам не нужна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я понял. Здесь дрифт, Макс Сити. А нам сюда. По бездорожью это, конечно... Подожди, что-то залагало. А теперь вопрос. А теперь явно возникает очевидный вопрос. А почему здесь стена? Почему я не могу? Ладно, я понял. Нам надо выехать оттуда. Аккуратно едем. Торопимся, но при этом аккуратно, я сказал. В дерево. Ладно. Бывает. Ну, сегодня мы дрифтим, мы на чили. Вот так. Опа! На расслабоне. Оп, мансуем. Направо, налево. Это, подожди. Право, да, все правильно, направо. Хорош. Так, дерево. Я сейчас во все деревья, которые здесь есть, просто въеду и все, да. Оп, аккуратно прыж. Даже... О! А, скутер не едет, я понял. А, вот тут мы бежали в прошлой серии. Пацаны, хорош. Кто помнит, ну-ка обязательно лайкосик. Лайкосик напишите в комментариях, я помню это место. Я вот так вот проверю вас, как вы смотрите ролики до конца, не до конца. Вот это туда-сюда. Ай-яй-яй, осуждаю, аккуратно. Ай-яй-яй, аккуратно. Дерево! Нормально. А почему бы и нет? Тихо, аккуратно. Аккуратно, я сказал, аккуратно. Я понимаю, да, мы бомжи, мы не умеем ездить на скутерах. Нас не учили этому, понимаете? Нас учили только попрошайничать, но мы другие. Мы немножечко другие бомжи, которые решили пойти на работу, заработать деньги. Мы уже купили себе мобильный... Ты серьезно? Прикинь, мы купили себе мобильный телефон, ребята, вот в начале этой серии. И устроились на работу, почему? Алло, почему? Не понял. Почему этот скутер не может заехать? Камон, ты что? Вот сюда, главное, может. Все, мы практически доехали, и уже половина времени закончилась. Аккуратно. Аккуратно. Я ничего не делаю. Он сам едет. Все нормально. Разгон беру. О май, все, мы пришли работать. Тут до сих пор, кстати, где-то пожар, да? Здесь до сих пор пожар. Прикольно. Так, здравствуйте, я пришел на работу. Альта, стоп. А, понял, команда, нужно прописать команду. Я слышал, кстати, об этой команде. Стоп, рент. Да, правильно. А, теперь мы идем работать. А, чтобы узнать список команд сервера, в смысле? Чтобы установить, необходимо завершить аренду транспорта. Так я же написал. А еще раз, ладно. Стоп. Рент. Ре. На. Да, все правильно. Деньги за аренду возвращат. Так и не надо мне их возвращать. Я сейчас их найду за работу заново. Альт, все, бабки, гучи, тапки. Кстати, за 500 тележек нам дадут вот эту штуку, вот вы видите, да? И она стоит, кстати, неплохо. Она стоит прям реально хорошо. Все, ребята, я ощущаю себя. Так, инструмент выбрать. Все, давай. Да там, подожди, там быстрее, надо быстрее. Так, хорош. Хорош. Слушайте, я уже сегодня чувствую себя киберспортивным профессионалом чисто в этой РП-шечке. Ну-ка, давай быстрее. Я, походу, лоханулся, он только спустился. Или нет?
Ну, короче, мы получим вот это, что у него на спине находится, да, вот эту вот штуку, мы получим эту дрель, вот. И сможем ее продать. Кстати, можно продавать, оказывается, камни. Мы же там, когда добываем, нам даются деньги, и при этом мы добываем камни. Эти камни тоже можно будет продать. Это очень классно. Как, конечно, продать, я еще не разобрался. Ну, наверное, оставшуюся часть видео мы посвятим чисто шахте. Потом пойдем по другим бизнесам. Но знаете, что я могу сказать 100%? Нужно покупать 100% недвижку в плане того, чтобы где жить. Хотя, может быть, здесь можно арендовать. Я, конечно, 100% не скажу, но надеюсь, что можно арендовать. Запись идет, запись идет, отлично. Слева, вот слева, справа, я не знаю. Да что ты головой-то машешь? А, с какой стороны? У меня такой вопрос. Капец, мне что-то неудобно. Мне что-то неудобно. Вот так удобно. Вот так удобно. Типа, вот. Я смотрю на уровне глаз. Да, я смотрю на уровне глаз. О, капец, здесь работник. Смотрю на уровне глаз и играю. Но при этом я загоражу вам как-то вебочку. Не понял, меня заскамят. А где? А здесь нет, прикиньте, а здесь нет. Алло, о, есть! Но при этом это очень громко анимируется, но вы этот звук, между прочим, вы этот звук не слышите. Я не понимаю, почему вы этого не делаете, не слышите, почему-то это не записывается. Это как-то, как будто бы что-то не то, что... Что? Что здесь не так? Я обо что-то зацепился. Все, давайте лодку погнать. Как? Я не понял, как я железо уронил? У меня вот такой вот вопрос. Явно возникает вот такой вот вопрос. А тут звуки вообще есть? А, отлично. Все, 290 рублей мы с вами заработали, и мы нашли камень. Понимаете? А. Что? Теперь я не слышу звуков добычи. Я слышу шаги, но я не слышу звуков добычи. Вы добыли. Так, аккуратно, теперь мы несем. Это не... Хотя вот так вот можно. Вот так бежать можно, между прочим. А что такое? А что со звуками? Алло, алло, в смысле? А, там же барьер. Там же барьер, хорошо. Надо в разные шахты ходить, а то вот это мы вот в одну и ту же ходим. Кстати, у меня такой вопрос. Здесь только одна шахта, в принципе, на весь сервак. На всю локацию одна карта? Ой, не карта, а шахта. Мне кажется, да, это, скорее всего, логично. В следующей серии... О, Егор, здорово. Кстати, в следующей серии мы, скорее всего, пойдем. Куда мы пойдем? Мы пойдем, скорее всего, работать на другую работу. В принципе, почему бы не сходить на ферму? 54 килограмма руды я смог найти. Можно будет, скорее всего, реально... сходить. Уже 1160 на ферму поработать. Надо проверить разные вещи. Ну, то есть разный бизнес, разные работы, вот это вот все. А потом уже посмотреть, что там под недвиж. Хотя, может быть, в следующей серии мы этим и займемся. Я точно не скажу. Но скажу лишь я одно точно, то что у меня тупо нету звуков. Серьезно. У меня просто нету звуков игры. Какие-то прям что-то... Я не слышу шаги. Вот, смотрите, я бегу. Я слышу звуки других игроков, но не слышу своих. Классно, ладно, значит, я музякую. При монтаже я наложу сюда музяку, она качает. Вот это вот круто. А других вариантов у нас нет. Ребят, других вариантов. Вот сначала аккуратно, а тут уже можно бежать. Сначала аккуратно, потом можно бежать. Пинг у меня соточка чисто. А чё бы нет? А чё бы нет? Нормально, я считаю. Так, я не знаю, ну сколько у нас по времени, в принципе. Я думаю, еще минуточек 8. Можно будет спокойно здесь поработать. Позарабатывать деньжат. И все. И на чили, на расслабоне уже заканчивать. А чё нет? А вы чё думали? А вот так-то. Чё-то я слышал, тут за сутки можно заработать около 2 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, типа, за сутки ты работаешь вот так вот, и за сутки, ну, типа, за сутки целых 24 часа непрерывной игры можешь заработать 2 миллиона с чем-то рублей здесь. Это, типа, офигеть. Я считаю, неплохо, неплохо. А чё бы нет?
Но мы же не дебилы, мы не будем такого делать. Мы видосики по полчасика записываем, и нам с вами нормалдес. Так, подожди. В очереди они там что-то стоят. Хорошо, уже 2320. Хорошо. Главное, сейчас эти деньги получить правильно. Не то, что было там когда-то в прошлой серии. Получить их надо правильно. А если неправильно, то будет жопа какая-то. Ладно. Ну-ка, давай, собираем. 49 килограмм руды я собрал. Ну как? Почему? Здесь, подожди, это здесь рандомно делается, когда ты роняешь? Или это прям происходит? Давайте это проверим. Сейчас я это сделаю на разгоне. То есть прямо от слова совсем по барабану, да, вот так. А, я понял. Все, значит, бегать нельзя, надо вообще это нежно делать. Это не рандом, понятно. Понятно, но это радует то, что это не рандом. А все-таки как бы да. Ну-ка, давай собирай быстро. Можно? Спасибо. Все, смотри, сначала медленно. А вот тут уже делаем разгон, потому что здесь ровненько. 31 килограмм. От чего зависит то количество, сколько ты собрал? У меня такой вопросик. Кстати, в шахте больше никого нет, я так понимаю, кроме меня. Но мне же лучше эта руда. Не нужно ждать, пока она восстановится. Берешь и добываешь красиво, и 290 рублей за тележку получаешь. Ну, это прибыльно, я считаю. Ну, как бы работа шахтера тоже не из легких, на самом деле. 53 килограмма руды. И при этом я за нее тоже получу 290 рублей. Прикольно. Да. Ну, а чё бы нет? А чё? А бабки, гучтапки, вот это вот всё? Ну-ка. А давайте, смотрите, мы сейчас эту тележку отвезем, сходим наверх, проверим, дадут ли нам нормальные деньги, потому что если не дадут, то мне опять придётся за кадром их получать. Да. Это какой-то дебилизм. Давайте как раз-таки у нас сейчас будет 3000 с чем-то. Да? У нас сейчас будет как раз таки 3000, получается 190, 3190, нормально. Лям 200, торг, что-то продам, маски, они тут маски продают, а 3190, да. 3190 ждем, когда лифт поднимется. Да я знаю эти ваши АФК-шеры хреновые, да. Знаю я это вот все, да. А как проверить игровой уровень? Как его проверить? Типа... Да, у вас мало игрового уровня. А как это проверить? Я понятия не имею, на самом деле. Я еще понятия не имею, когда мне нужно кушать, когда мне нужно что, почему. Я же должен как бы питаться едой, а я этим не занимаюсь вообще. Может быть, это с какого-то потом уровня нужно будет кушать, а пока что этого делать. Вот, смотрите, у меня сколько камней. Это прям прикольно. Эти камни где-то можно продать, я не помню где, но где-то их можно продать, это 100%. А, я тут не один работаю, понятно. Я тут работаю не один, а прошло уже дофига времени, почему лифт не функционирует. Можно это спросить по... А, ура. О, работник еще один, все. Считайте по... О, вот его шаги я слышу. Вот его шаги я слышу, но не свои. Не, ну что я могу сказать? Вам первая серия прям до... Где? Опять на пальчик упал. Вот так сделал, сами видели, и на пальчик свалился. Ну ладно. Не буду его поднимать, хотя, наверное, можно будет. Вот. Вам понравилась первая серия? Вот это вот, что я могу сказать 100%. Она вам понравилась? Просмотры прям реально там хорошие. Вот смотри, сюда подхожу. Закрыть не то. Я выхожу. Смотрите, я выхожу, я иду сюда. Альт. Что? Да, деньги перечислились. Слава богу. Я думал, все, жопа опять. У нас 5000. 5650 рублей. Это... Мне кажется, все-таки, в принципе, можно уже и закончить. Не вижу смысла сейчас идти опять в шахту. Здесь, смотрите, думаю, мы поработаем потом на ферме в следующей серии. А подождите, а давайте. Нифига себе, Дрифт Макс Сити. Подождите, не то. GPS, кстати, звуки игры появились. Поиск мест прочее.
Так, нелегальные. Ага, официальные работы. Важные места. Что такое важные места выбрать? Сбербанк, Альфа-банк, порт Барвиха, офигеть, автовокзал. А порт Барвиха это как раз таки... А, не, или я ошибаюсь. Ладно, военкоматы, кладбище, церковь. Все это вообще далеко от меня, но это, подожди, это отмена. Это не то, это... А что мне надо? Прочее. Выбрать. Площадь. Гоночные рыбалки. Кстати, да, можно рыбу продавать. Бар. Игра в кальмара. А недвижимость? Да. Вот так можно поиск мест? Банкомат. А где недвижимость? Что-то непонятно. Ладно, давайте на этом уже закончим. А, недвижку. Недвижку найдем потом в следующей серии. Опять же, следующая серия закончится. Начнется с того же места, с которого начинали все эти серии. Почему я так присаживаюсь? Ладно, надеюсь, вам это видео понравилось. Если понравилось, лайк. Если не понравилось, дизлайк. Напишите в комментариях, батащим, как получилось. Ссылка на мой YouTube канал. Да, понимаете, на YouTube канал. YouTube-то блочит. На Яндекс.Зен, на Twitch, на... Трову в описании. Трова это платформа для стримов. Так что, если что, подпишитесь обязательно. Пока!